Куршавель — это очень благодатная площадка именно для видео и для фото, потому что, сами посмотрите, куда ни глянь, везде красиво, отличный свет, отличное солнце. Поэтому мы приняли решение не просто приехать сюда и рассказать об этом месте, но и сделать красивые картинки. И у нас в этом году снимает наш постоянный фотограф француженка Кароль Бирар, которая имеет очень хорошую репутацию в Париже, то есть это человек с именем, с хорошим имиджем. И она как раз фотографирует наших приглашенных гостей, это мисс и вице-мисс России, которые фотографируют тоже в снежных пейзажах, в нашей обуви. И это блогеры и редактор журнала InStyle, которая тоже в этом с удовольствием поучаствовала. В первую очередь выбираем комфортную и теплую обувь, которая подходит под ваш лук, апрески, так называемый. То есть, когда вы комфортно, но при этом достаточно элегантно выглядите. И акцент мы делали как раз на наших моделях из коллаборации Джорджо Фабиани Байрон Деву. Это такое приятное сочетание итальянского стиля и русской экспертизы. Куршавель — это такое место, которое вдохновляет не просто на прогулки или катание на лыжах, но вдохновляет и как бы приобщиться к моде. Я абсолютно уверена, что Рандеву, он как раз, это та компания, которая помогает всем нам быть модными.